Небольшая формальность, пожалуйста, представьте вашу фамилию, имя и должность. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, полковник Фролов Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович, ну расскажите, пожалуйста, все-таки, что за пожар, что стало причиной и вообще, как сейчас ситуация обстоит? В 13.53 на пульт 01 поступил сигнал о загорании в здании цирка Саратовского государственного по адресу Чапаева, 61. По прибытию к месту вызова первое пожарное подразделение увидели черный дым с купольной части цирка. Была установлена специальная техника, подняли стволы на тушение, но так как горение находилось под кровельным пространством, то есть под металлическими листами, производились вспышные работы. Автоматически к пожару был присвоен третий номер вызова. К месту прибыло 13 единиц основной специальной техники. На сегодняшний момент пожар полностью ликвидирован. Производится проливка, вскрытие конструкции на наличие скрытых очагов горения. Если пострадавшие как среди сотрудников цирка, так и среди животных все-таки? Как вообще проходила эвакуация? Сотрудники цирка эвакуировались самостоятельно. Пожарными подразделениями и здания при помощи персонала цирка было эвакуировано 29 животных. Это тигры, попугаи, волк и собаки. Они сейчас находятся также на заднем дворе или их куда-то? Они находятся на заднем дворе. Есть ли какая-то предварительная причина уже происшествия установлена? Причина происшествия будет установлена в ходе проведения следственных мероприятий. Поврежден деревянный зал, Алена. Или только вот купол повреждена? Повреждена, то есть обрешетка получается, на обрешетку кладется металлические листы, вот эта обрешетка повреждена, и, соответственно, металлические листы вскрыты пожарными подразделениями для подачи огнетушащего вещества, бензорезом. То есть на арене максимум вода? На арене максимум вода.